жителей Вологодской области не перестают атаковать мошенники. В день полицейские принимают до 10 заявлений от потерпевших. Общая сумма составляет 300, 700, 800 тысяч рублей. Например, в полицию обратился мужчина, который сообщил, что ему вместо тепловизора пришел пакет муки. Мужчина лишился 120 тысяч рублей. Еще одна вологжанка отдала злоумышленникам 15 тысяч рублей. Женщина хотела приобрести попугая. Также, говорят полицейские, нередко жулики создают страницы-клоны. Еще один вид надувательства – компенсация. Ее предлагают ранее обманутым гражданам. Мошенники звонят от имени стражи порядка и сообщают, ранее утерянные деньги вернут, но надо оплатить пошлину за перевод. Так, недавно житель Череповца лишился более 700 тысяч рублей. Ну и самое распространенное надувательство – звонки от имени сотрудников банка и сообщения о проблемах со счетом. Все это, чтобы выудить персональные данные. Полицейские просят не сообщать информацию по картам третьим лицам, а в случае сообщения о компенсации позвонить в полицию, проверить информацию. Не оплачивать заранее товар, только при получении. Пешехода-нарушителя сбила машина в Череповце. Авария произошла накануне в 21:55 на проспекте Победы в районе дома 92. По информации ГИБДД Череповца, водитель на автомобиле Mitsubishi Outlander, двигаясь на зеленый сигнал светофора, сбила 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила ушиб мягкой ткани бедра. Госпитализация ей не понадобилась. Сотрудники ГИБДД начали обследование уличной дорожной сети вблизи образовательных учреждений. Инспекторы смотрят, четко ли видна разметка и знаки. Как показали инспекции, многие дорожные знаки водители не видят, так как они закрыты ветками деревьев. На некоторых участках, как взору водителей, пешеходов мешают высокие кусты. Подрядным организациям в случае недостатков выдаются предписания на их устранение. Если недочеты не будут исправлены, специалисты получат штраф.